Риск пожаров, аварий и несчастных случаев в новогодние праздники необходимо свести к минимуму. Об этом в ходе специальной видеоконференции предупредили глав муниципалитетов. Напомню, что только в новогоднюю ночь на территории области будет проходить около 200 праздничных мероприятий, и все они должны пройти без эксцессов. Руководство региона поставило задачу еще раз напомнить руководителям крупных развлекательных центров, торговых комплексов, образовательных учреждений о необходимости соблюдать все меры безопасности. Губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин поставил нам задачу обеспечить безопасность граждан. В полной готовности должны находиться службы правопорядка, спасения, медицинской помощи. Все коммунальные и дорожные службы, ресурсоснабжающие организации региона должны находиться в полной готовности и выполнять все стоящие перед ними задачи. Необходимо обеспечить бесперебойное снабжение жилых домов и социальных объектов водой, теплом, электроэнергией. Не допустить коммунальных аварий.